Друзья, всем привет! Мы сегодня, конечно же, опять в лесу, наконец-то вырвались. И сегодня мы начинаем тихую охоту на сморчок обыкновенный. Сегодня мы поехали втроем, я, Надежда и Настя. Пожелайте нам удачи, потому что она нам сегодня обязательно пригодится. Поехали! Сегодня мы отправляемся на поиск сморчка съедобного, обыкновенного. Отправились мы сегодня в Северский район нашего Краснодарского края. Обследуем также осинники, также смешанные леса, заброшенные сады, в которых есть и груша, и яблоня, также лещина присутствует. В общем, обсматриваем все места, в которых когда-то ранее нам попадались сморчки. В принципе, исследуем свои прошлогодние местечки. Ну что, объявляем сегодня охоту на сморчок обыкновенный. Замечательный малыш. От предыдущих сморчков, которые мы собирали, конических и шапочки, видите, он чем отличается? Тем, что у него такие вот округлые бороздки, ячейки. И цвет немножко другой все равно. Но ножка у него одно целое с шляпкой. А этот просто гигант. Прям самый крупненький экземпляр. Здесь, ребята, я нашла целую поляну, и на ней, наверное, штук 8 точно сморчков обыкновенных. Вот один, да, конечно, его состояние не очень, потому что до этого было очень сухо, вот немножко его дождик примочил, но все равно, тем не менее, грибочек хороший. Так вот, это первый экземпляр. Это второй экземпляр, чуть поменьше, он прям присох, даже не успел вырасти, как мы его нашли. Третий экземпляр чуть покрупнее, но они такие прям свеженькие, и запах у них самый грибной из всех сморчков. Это четвертый экземпляр, больше всего похож на какой-то цветочек, его можно прям отломать, прям шарик-шарик кругленький, запах сразу идет, сломаешь и пошел аромат. Внутри он, кстати, пустотелый, такой же. Я вам показывала его в прошлом видео. Но это еще не конец, ребят. Я пока сижу. Это раз, это два. Вот там вот три, четыре. И вот там еще где-то пятый. Тоже маленький. Не созрел, но придется пойти с нами. О, этот вообще самый-самый, наверное, крупный. Но размеры у них бывает достигают еще больше. Если мы сегодня найдем побольше, обязательно вам покажу. Сидят, видимо, совсем меня заждались. Приуныли аж. В принципе, так же, как и с коническим сморчком, стоит найти один, как нужно оглядываться, смотреть под ноги, очень внимательно изучать все вокруг, потому что эти грибы также растут семейкой. И на полянке можно найти до 10 штук. Это точно. Ну, это вроде крайний грибочек. И мы следуем дальше. Впечатляющие находки. Сегодня прям хорошо. Только зашли в лес и сразу уже начали косить. И еще два рядышком. Тоже хорошие грибочки. Спрятался. Тоже пойдет с нами. Шикарный экземпляр. Просто свежак. Просто огроменный. Посмотрите, какой экземпляр. Шикарный. Просто наисвежайший грибок. Кстати, он безусловно съедобен для тех, кто хочет узнать, стоит варить его или нет. И если ваши желудок и поджелудочные к этому подготовлены, и вы не сомневаетесь в этом, то можете их не отваривать, а сразу пожарить, либо потушить, либо запечь. А если вы побаиваетесь, все равно, конечно же, грибочек немножко приварите. Причем запах, конечно, уйдет, но большинство песчинок все-таки выварятся. Поднимутся вместе с пеной, либо осядут на дно. Этот немножко подпортился, но он, по-моему, просто подзасох. А здесь вот такой вот малыш. По сравнению с этим, конечно, вообще маленький. Очень красивый, очень большой и очень свежий гриб.
воротничок, такой вот ножка. Видите, у него необычная достаточно. Она отличается от предыдущих сморчков и сморчковой шапочки своим строением. Всегда у них ножка вот такой вот неправильной формы, немножко приплюснутой. Внутри она полая. Можно даже посмотреть, можно даже раскрыть этот гриб и посмотреть, что у него внутри. Давайте посмотрим. Нож у меня далеко, поэтому можем так сделать. Вот мы раскрыли, то есть гриб внутри пустой. Но гриб, тем не менее, хороший. Он не червивый, он нормальный, поэтому можно его забрать. Размокший. Утренняя роса его примочила. Класс. Хороший гриб. Он того стоит, чтобы его взять с собой и попробовать пожарить, потушить или даже сварить из них супчик. Кстати, эти грибы прекрасно подходят для сушки. Для этого нужно будет их пообрезать, почистить от мусора и отправить в электросушилку. А у кого ее нет, можно и на улице посушить, нанизав на ниточку нашим древним способом. Тоже очень ароматные грибы. Они сохранят этот запах. И зимой можно будет потом, или когда вам очень захочется грибочков, достать их и покушать. Кстати, я эти грибы, если сушу, я храню в банках под вакуумной крышкой. То есть можно приобрести вакуумные крышечки, они продаются с насосом, стоят недорого. И они сохраняют вакуумность, не дают воздуху просочиться, тем самым сохраняя и аромат, и свежесть наших сушеных грибочков. Девочки меня зовут на полянку, где находится 7 штук, потому что у них там огроменный какой-то сморчок попался. Столько восторга. Пока я срываю этот... Ох, какой упругий, красивый. Пока я срываю этот экземпляр, они уже там косят. Бегу к ним посмотреть, что же они там нашли. Ой, аромат какой. Вы просто не представляете, как пахнет. Ой, шикарно. И два брата. Совершенно молоденьких здесь припряталась. И они сросшиеся. Какая прелесть. Вот такие вот малыши. А этот, ну, просто красивый цветочек. Очень свежий. Такой вот вылез в виде пирамидки. И аромат от него шел метров, наверное, за 5. Очень ароматный гриб. Сморчок съедобный, обыкновенный. Такой вот красавец прятался под травкой на солнечном бугорочке. Шикарный, огромный экземпляр. Просто восторг. Вот это сморчки, я понимаю. Сегодня у нас сморчковый день. И вот такой вот грибочек нашла Настя. Тоже сморчок съедобный. Тоже мы его забираем. А эти грибочки более темные. Они уже больше рыхлые. Вот смотрите, их прям можно вот так вот взять, надломить. Они мягкие, они уже не такие упругие. Вот. И в них уже обосновались жители. Видите? Вот оно все в червячках. Поэтому такие грибочки мы оставляем, мы их не берем. Пускай они дальше распространяют свои споры. И мы вернемся сюда на следующий год, и их будет еще больше. А вот так цветет пион кавказский. Кстати, пион тоже является таким вот сопутствующим фактором. Его цветение нам подсказывает, что в лесу есть сморчки. Рядом с пионами их тоже всегда можно найти. Можно поискать. Они очень любят рядышком. Это тоже отцветает. Сегодня опять-таки повезло встретить еще один вид сморчка. У воды мы нашли вот такие вот грибы. Это сморчки конические, как вы помните из прошлых видео. Они уже немножко староваты, но сам гриб вполне достойный. Вот эту ножку можно будет убрать, обрезать. А здесь какой красавец спрятался. Огроменный, прям сам холм вылез, смотрите. И это тоже сморчок конический. Вот такого вот сегодня он у нас размера. Тоже берем, даже ножку эту можем прямо в лесу оставлять. А сам грибочек, саму шляпочку можем брать с собой. Она вполне хорошая. Вот такие вот они гиганты. Даже просто их буду, наверное, срезать, потому что нам ножка вот такая вот темная не нужна. Но гриб вполне
Очень даже хорош. Посмотрите, мы просто сейчас с вами разрежем и проверим его внутри. То есть грибок вполне нормальный, можно будет взять. Здесь, развернувшись от предыдущего гриба, я нашла еще два представителя конических сморчков. Вот один, кладем в корзинку, а вот второй. Тоже его подсрежем, потому что здесь влага, здесь рядом ручеек, и они напитались. Влаги этой быстро портятся, если рядом влага. Но опять-таки, видите, без влаги не вырастут, а от влаги портятся. Забираем. Сегодня мы с вами попали просто в сморчковый рай. У нас сегодня пока два вида гриба. Это сморчок обыкновенный и сморчок конический. Вот такие вот они, видите, полянками. Класс. Раз, два и три, четыре. Еще вот такие вот грибочки. Запах у них не такой выраженный, конечно, как у сморчка обыкновенного. Ну, тоже еле-еле, но пахнут, конечно, приятные весенние грибы. Ароматные. И Настенка нашла вот такой вот гигантский большой сморчище. Мы пришли на свою старую полянку, где собирали в том году толпище сморчищ. Вот они твёрдый, какие гигантские, такой. Классные. А мне вот такой попался. Шикарный. Упругий очень. Смотрите, какая у него нога. Вот это гриб. Самый, что ни на есть, сморчище. На весь экран. Вот это у него аромат. Вы себе просто не представляете. Просто обалденный. Нашла Надя. Тоже красивые, большие. Но это еще не все. Сейчас мы пойдем к остальным. А это у нас, ребят, сморчок полусвободный. Третий вид гриба за сегодняшний день. Он чем-то напоминает конику, но если мы посмотрим его внутри, то его шляпка приросшая, посмотрите, наполовину. Поэтому этот сморчок зовется полусвободным сморчком. Это тоже вкусный нежный грибок. Вот он. Вот так вот выглядит. И еще вот такой вот малыш рядышком совершенно. Сравнение такое. Да, смотрите, размерчики. Совсем маленький. Деликатес. А Настя нашла еще один полусвободный. Забирай. О, и еще съедобный какой гигант. Вот-вот-вот. Ну вот, забирай. Классный малыш. Да, размерчики здесь, конечно, обалденные. Барашки наши, сморчочки. И если присмотреться, можно найти вот такие вот грибочки. И здесь их достаточно много. Это у нас сморчки полусвободные. Они умело прячутся под листиками. Но мы их, конечно же, все равно находим. Потому что глаз, как говорится, уже пристрелялся. Грибочки тоже хорошие, нежные, вкусные. И мы их тоже с собой забираем. Здесь один. Тоже забираем его. Ой, как же рады такие находки. Просто спелый сочный красавец. Давай со мной, дружочек, полезай. И второй. Два. И здесь под палочками я тоже ожидал грибок. Это полусвободный сморчок. Ой, солнышко выходит, птички поют. Так классно в лесу. Здесь достаточно заболоченная местность. Здесь присутствуют белолистки, тополя. Осин здесь я не вижу, но белолистки на сегодня это тоже преимущественный биотоп для наших грибов. И вот такие заболоченные места мы выбрали неспроста. Так как осадков выпадает очень мало, мы находим заболоченные местечки в лесах и ищем здесь сморчки. Так что обратите внимание, здесь и лещина, и дубы попадаются, и белолистки. Очень много разных деревьев. Ну вот основной это ясенелистный клен. Это основное дерево, которое здесь преобладает. А так биотоп очень хороший, хороший перегной и достаточно здесь увлажнено. Я нашла вот такого вот рыжулика. Я его называю рыжуля. Хорошенький.
конечно же, пойдет с нами. Хорошенький. Еще один рыжик. Сморчок. Обыкновенный. Какие они на солнышке-то блескучие, красивые. И очень такие вот ароматные, нежные. Обалдеть. Надя тоже нашла один грибочек. Угу. Классный. Сморчок. Обыкновенный. Размерчики, конечно, впечатляют. Классный. Сморчок обыкновенный. И еще вот такой. Они очень нежные, хрупкие, да, эти грибочки. Класс. Такой вот у нас на сегодня вышел улов. Сегодня у нас просто грибное ассорти. У нас сегодня попадался и сморчок обыкновенный, и полусвободный, и конический сморчок у нас сегодня побывал в нашей корзиночке. Все экземпляры нам сегодня попались, кроме сморчковой шапочки. Даже попалась нам... Ах, вам не покажу уже, потому что шляпка там упала куда-то. Была сморчковая шапочка коническая. Поэтому, ребят, на сегодня наша прогулка заканчивается. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будут только грибочки. Всем пока!